Вечерочек, ты на канале Ганты Геймс, где мы с тобой играем в разные игры. Мы продолжаем проходить бандл от Эмика Геймс. И сегодня это игра Summer of 58. Ну, лето 58-го, если быть точным, моим английским. Давай будем смотреть, насколько эта игра нас пугает. Иногда люди выдумывают то, чего нет. Им кажется, что какая-то сущность управляет их разумом и их жизнью. Они совершают ужасные вещи, от которых можно сойти с ума. Я не верю в паранормальные явления, и я верю, что в бедах, которые совершают люди, виноваты они сами или те, кто их до этого довел. И для того, чтобы вы поверили своим глазам, а не выдумкам, я снял разоблачительные видео о паранормальных явлениях в двух домах, в которых, по рассказам людей, творилось безумие. Меня зовут Алекс Мортон, и мы начнем. Насколько я понимаю, игра про лагерь советский, про пионеров. Какой Алекс Мортон? Чё это? Погоди, я там был. В смысле? Нихрена себе, это чё такое? Это чё за взаимосвязь? Охренеть! Боже, это круто! Я в шоке, это просто вообще... Я еще думаю, что за... Да, это тоже он? Нет, это класс. Вообще респект, что так связали эти игры. Реально круто. То есть там понятно было, что какой-то был Алекс Мортон. Там типа он ходил, с ума сходил. Но про мать, что здесь мать, не было понятно. Я обшарил все углы, но так и не нашел никаких доказательств, подтверждающих паранормальную активность в этих домах. Теперь я следую в заброшенный пионерский лагерь в России по просьбам своих подписчиков, чтобы выяснить, правдивы ли слухи, о которых столько лет говорят местные жители. Говорят, что в этом месте есть призраки погибших людей, а труп одного проживающего его самого так и не нашли. Тела тех людей тоже не найдены. Местные жители обходят это место стороной, а те, кого коснулась эта трагедия, не дают открывать двери этого здания в память погибшим и пропавшим. Я приехал в Россию, чтобы разобраться в произошедшем, выяснить, правдивы ли слухи и найти этому доказательства. Соблюдая свою традицию, я заколачиваю за собой двери здания, чтобы не было соблазна покинуть его. Я стою здесь на несколько ночей, записывая репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Думал, не успею дочитать, честное слово. Много текста. И уже слышны звуки какие-то. Думал, что сейчас все закончится. Можно мотать. Он заколачивает. Тоже нихера, ты портишь имущество. Да, оно заброшенное, но ты, сука, портишь имущество. Ты заколотил, блять, двери. Кто потом будет выдергивать эти гвозди? Эмика Games Presents. Пионерский лагерь, юность. Добро пожаловать в пионерский лагерь. Нужно исследовать этот лагерь. Это мне там дали достижение. Так, я сейчас проверю на вообще работоспособность записи. Будет ли он глюч, и подправлю еще графику. Так, ну короче, я вроде настроил. Ой, боже мой, это я приближал. Новых успехов в космосе. Спасибо, пацаненок в комбинезоне. Родительский уголок. А, вот мы заколотили дверь. Идем, короче, фонарик. Мне нужен фонарик. Как темно, однако. Как, однако, у вас тут темно. О, что-то тут... Мат? Я слышу кота. Вон он. Мурчит кот. Матрёха. Опа, кто-то кормил тут кошек. Да вон же сидит кошка. Кот, хватит тырить в стену. Там ничего интересного нет. Лови мух. Кот, лови мух. Я кому говорю? Блин, ну слушай, она может будет подвисать. Ну уж... Простите, не тянет у меня... Что происходит? Кто пытается залезть? Короче, я понял, это будет все в той же манере ПТ-шки. Пойдем проверять. Вот, наверное, нам сюда. Опа, в натуре сюда. Это вот так мы ломаем доски, да? Ну давай вот эту тоже. Фига ты выдыхаешь. Это не я так выдохнул, это он. Я даже чуть-чуть погромче сделаю.
О, заяц. Заяц! Хуя себе. А где волк? Окурки не бросать. Это записка или чё? В натуре, я не понимаю, что здесь написано. Нужно воспользоваться моим русско-английским словарем. Не пизди. Ходят легенды, что вблизи этого лагеря был приют для сирот. И там жила... Блин, как же плохо видно. Странная девочка, которая боялась воды. Она не... мылась и не ходила на реку. Однажды старшие девочки решили над ней посмеяться, связали ей руки и облили водой. Она очень сильно испугалась и убежала. Много дней ее не могли найти, решили, что она мертва. Но однажды ночью она вернулась в пижаме, вся мокрая, и ушла, и убила всех, кто над ней издевался. После этого ее дух в полнолуние появляется в ванной комнате. Вообще у меня записывал микрофон все это время. Что за прикол? One second. Ты пишешь? Пишешь. Супер. Я что-то могу писать? Окей. О, еще что-то. Красивая фотография турников. Класс, мне очень нравится. Тут непонятно просто, с чем можно взаимодействовать. Что катится? Кот тут сидит. Если кот тут, значит все нормально. Если кот тут, значит все хорошо. Я, блин, когда-нибудь настрою игру сегодня или нет? Еще какая-то газета. Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно воспользоваться моим русско-английским словарем. Заебись, ты будешь так на каждую говорить? Мне это все вчитываться надо? Первый в мире наш, советский, сделан в СССР. Короче, ясно, я тоже не буду это читать. А, так мы можем все доски поломать? Блин, надеюсь, на записи не будет видно этого позора, блядь, что тут происходит. Так. Что-то еще, у меня может... О, мячик. Неужели? Неужели что-то происходит? Да, так мы будем долго, конечно, ходить. Заяц, ебать тебя в рот. Что ты тут стоишь? Вот это, может, взять можно. Нельзя. Мячик, давай возьмем мячик. Кто-то стучит по батареям. Чё? Чё у вас тут происходит? Кота, кто-то согнал кота. Скоро стемнеет, нужно поискать свечи. Свечи? Фонарь бери, блядь, ты. Ты с собой фонарь не взял? Серьезно? Левый контрол присесть. Присел. Эти свечи будут полезны, когда наступит ночь. Спасибо, кошки. Да пожалуйста. Тревога. Прикол. Блин, а создается ощущение, что... это просто статичный рисунок за окном. Так. Секунду. Не то нажал. А как мне свечи-то воспользоваться? Как использовать свечи? Блин, не то нажимаю. Но тут он вроде может спринтовать чуть-чуть. Нужно найти зажигалку или спички. Ага. Зажигалку или спички. Окей. Что это? А, нифига, ее даже не видно. Я не понимаю, что здесь написано. Нужно взять в руки маленькое зеркало и встать напротив большого, чтобы получился коридор. Сказать три раза: босоногая леди, покажи мне мою судьбу, а взамен отдам свои туфли. Так, прикол, да, вот эти вот лагерские приколюхи. О, заяц убежал. Лагерские приколюхи, что и пиковую даму давай вызовем. Так, куда нам? Ищем зажигалку. Ищем зажигалку, она где-то должна быть здесь, я тебе отвечаю. Должна быть зажигалка здесь. У кого-то в шкафу из детей. Это то же самое, это неинтересно. Вот причины пожара, пожар немедленно сообщить. Хорошо. Этот предохранитель перегорел, в здании нет света. Здорово. Это что? Это что, камера?
Включить ночное видение. А, ясно. Русско-английский словарь. А, я делал перевод некоторых русских книг в колледже и для помощи в переводе взял с собой русско-английский словарь. Нашел на местном рынке. Ну-ка, давай. Ведется расследование об исчезновении детей и сотрудников пионерского лагеря «Юность», который был открыт в 1955 году под руководством директора Марии Анатольевны А. Подозреваемый в этом деле ребенок, проживающий в этом лагере. Имя Яков. В его шкафчике были найдены улики жертв, что с ним случилось и где он находится сейчас, неизвестно. О, теперь стало интересно, окей. Но это мы все в целом прочитали и так. Да. Это я все смог. Девочки в России любили гадать, в лагерях верили в существование всего паранормального. А, ты еще будешь тут нам на все отвечать? Окей. Окей. Про вот это тоже расскажи. Ванная комната. Нам еще ванную комнату, наверное, искать надо. А, что в прикол? Нам тут... Нам тут придется прям... Что? Так, теперь нам зажигалку. Мы так и не нашли зажигалку, но нашли словарик. А. Мы же теперь... Вот, я говорю, у кого-то из пиздюков, точно. Точно, блядь, говорю. Кто-то из них заныкал когда-то... Пионер растет смелым и не боится трудностей. У кого-то из них точно жига есть. Точно. Красивые турники. Очень нравятся. Класс. Но в прошлых играх можно было... Как хочешь крутить эти. О, прикол. В прошлых играх можно было как угодно крутить бумажки, а тут нельзя. Тут нельзя. Это выключатель. А где же зажигалка? Зажигалку мне дайте. Раз у детей нету, то где мне их искать? Это не зажигалка. А это что? А, подожди, это что-то другое. В 58 году к концу лета родители звонили в лагерь, чтобы узнать, все ли в порядке с их детьми, но никто не отвечал. Когда они приехали в лагерь, никого не обнаружили, только брошенные вещи и беспорядок. Все местные жители помогали в поисках пропавших детей, но все напрасно. Да, здорово. Давай чуть-чуть спринтанем. Я так понимаю, он немножко спринтует. Но где мне искать зажигалку? Можно как-то подсветить, я не знаю. Это мои вещи. Нахер я на нее смотрю? Я взял с собой спальный мешок, так как планирую провести здесь несколько ночей. Вот это ты, конечно, дурной, блядь. Одной хватит. Нахер тебе две ночи тут проводить? Совсем с ума сошел, что ли? Где должны быть зажигалки? Блядь, ебаные свечи. Где мне зажигалку для вас взять-то? Я еще в этом углу не был. Я тут тоже ничего не вижу. Может быть, вот здесь? Вот в этом... Это не берется аптечка. Где тебе зажигалку, сука, искать? Ебать, ее тут не было. Охерели, ее там не было. Зажигалка почти пуста. Я не могу все... Я не могу всегда ей пользоваться. Так и нам и много не надо пользоваться. Мы сейчас все сделаем. Теперь я могу зажечь свечи. Да это я уже понял. Сколько тут у тебя свечей-то? Три свечи? Все, я зажег. Все, я зажег. А теперь я могу расстелить спальный мешок. Окей, идем расстилать. Где будем стелиться? А, прям тут, прям на входе. Да и стелить. Готово, нужно готовиться к ночи. Хера себе. Ночь номер один. Кто-то бежит. Ой, а чё так лагаем? Не до сна, наступила первая ночь в лагере. О, погоди-ка. Чё-то игра в прикол, мне настройки на максималку сама ставит, когда хочет. Не-не-не, так мне не надо, я сейчас все исправлю. Все? Нормально? Отвисло? Отвисло. Все, пойдем. А камера? Камера где? Я взял. Супер. Пошли. Чё у нас там? Кто нас будет пугать? Давай, живо, быстро. Никого не вижу. Ничего странного нет. Все как всегда. Просто если тут делать акцент на мелочи, то это, конечно, жесть.
Это хер сообразишь, что где происходит. А, разбросали у меня тут тарелки. Дурачки, блядь. Хватит разбрасываться. Ну, вы показали бы, что нужно сделать. Как бы чего, куда, кого. Собери свой мешок, чтобы он под ногами не путался. Или двери какие-то откроются. Что мне надо сделать-то? Я ничего подозрительного не вижу, кота не вижу. Вот, вот это для меня подозрительно. Какая-то кукла лежит. Ну и толку, я на нее не могу нажать. Кукла мне ничего не дает. О! Кто? Откуда? Откуда? Отсюда? Нет, это из-за двери как будто. Что за дверь? Нам идти обратно. Смотри, так как это та же самая тема, что и всегда, то нам... Опа! Услышал, услышал. А, сука, иди сюда. Я тебя найду. Я тебя... Ты меня наебать пытаешься, просто... Ага, ага. Сейчас, сейчас, я вообще не боюсь. Опа, дверь закрыл. Ты охуел? Открой дверь. Дверь открыли мне? Какие-то пиздюки. Какие-то пиздюки прикалываются надо мной, я тебе отвечаю. Я не верю, блядь. Чё мне нужно? Я сейчас быстро с вами. Опа. Ну, слушай, да мурашек, конечно, пробивает периодически. Я даже погромче сделаю. Так, дверь какая-то. Я слышу, дверь открылась. Ну и что? Ой. Гудит, гудит телефон. Бежим. Хорошо, что сделали спринт. О, блядь, девочка. Опа. Слышал, девочка бежала и ударилась головой об котелок. Незваный гость, вас ударили по голове. А, это меня ударили? Я думал, да девочка побежала, ее по голове стукнула. Херасе поворот. О мой бог, моя голова. Воу, это что-то новенькое. На следующее утро вы проснулись после удара. Достижение. Как я здесь оказался? Нужно найти мою видеокамеру. Нормально? Я, короче, вообще не понимаю прикола. После каждой загрузки он мне на максималку все возвращает. Каждая загрузка, каждое появление у меня на максимал. Это максимально странно. Так, у нас тут голубь, голубь. Я кушать хочу. Иди ко мне. Гуля-гуля. Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно... Ты охерел, блядь. Где ты опять его проебал? Ни камеры, ни... Я тоже не буду вот это... Ничего не работает. Я ничего не вижу, ничего не работает. Короче, я не вижу смысла без фонарика тут... О! О, открылись еще. Ломай. Там ты сломал, тут ты что не хочешь ломать? Так, мне нужна камера, получается. И фонарик. Камера, фонарик. Моя видеокамера. Че, поломалась? Я не понимаю, что здесь написано. Тебе здесь не рады. Окей. Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно найти мой словарик. Да вот он. Не дыши мне сюда, блядь. Я все слышу. Тебе здесь не рады. А, я могу взять? Кто-то дышит. Камеру взял. Тот, кто ударил меня по голове, забрал свечи. Я должен выяснить, что здесь происходит. Ты слышишь? Кто-то дышит. Нужно постараться включить свет во всем здании. Окей. Окей. Ну тут прям появились какие-то задания. Это уже стало прикольно. Потому что... Не хватает предохранителя. Это уже понятно. Потому что как раз понимаешь, что вообще происходит. Что нужно делать. Появляется какой-то более-менее сюжет. Но... Кто это? Где ты поешь? Где сидишь? Почему так громко поешь? Ебать, жуть. Прям в ухо, прикинь, прям в ухо жужжит. Так, что у нас тут? Вот. Это радио, окей. Радио не работает. Книги не берутся. Да какого хера мы тут вообще забыли? Непонятно. Кто напевает? Хватит напевать. Это, блядь, не смешно.
Вот пионерские детишки. Вот и ночью, когда люди уснут, не нужно веселье и не нужен шут. И пустозвоны, бубенцы и горечи полны глаза. Придворные не знают, что значит то веселье для шута. Решает шут, что хватит. И он в ту ночь, надев костюм печальный, отравляет двор короля. В душе тоска, но план тот непровальный. Не станет больше шут весельем для тебя. Ебать, что это? Что я только что прочитал? На кой хер? Пиздюк, вылези, блядь! Ты мне в ухо прям поешь. На кой хуй ты мне поешь в ухо? Меня уже ты раздражать начинаешь. А. Оказывается, теперь я мог все это сломать. Окей. По-другому не мог. По сюжету не положено без камеры. Твою мать. Что, кровь? Что это? Нужно осмотреть эту комнату. Ну, это свиная тушка просто лежит. Что ты боишься-то? Не человек же. Вороны. Ну, вот вороны просто свинью тут зажаривали. Им-то чё? Будь чист, опрятен, пионер, показывай во всем пример. Часики. Зачем я на них смотрю? Потом пригодятся. Смотри, потом пригодятся. Директор пионерского лагеря «Юность» Мария Анатольевна А. пропала, как остальные проживающие. Мария и раньше заботилась о детях в приюте для сирот с 44 по 50 год. Она была воспитателем и медицинской сестрой, которая отдавала себя только работе. Дисциплина для нее была важнее всего, поэтому родители доверили ей своих детей. Вот, видимо, зря доверили. Зря доверили. Теперь детишек нема. Нема детишек. Я не закончил осмотреть комнату. В смысле? Я все осмотрел. Тут нихера взять нельзя. Вороны. Ваша шалость с огнем приводит к пожару. Ребята, ваша шалость с огнем приводит к пожару. Ну. Ну, блядь. А. О, предохранитель. И лампочки. Прикол. Я возьму коробку с собой. Если ночью что-то пойдет не так, тогда я воспользуюсь лампочками для освещения. Может, ты сразу ими воспользуешься, а не будешь ждать ночи. Подожди, а я хочу прочитать. Нужно отнести коробку к спальному мешку. Блядь, тут какая-то газета. Побежали быстрей. Ох ты ж, нихуя себе побежал. Прикол. Прикол, прикол. Ну, я принес. Куда мне ее поставить-то? Ага. Кайф. Дай пойду почитаю. Я увидел, что там была газета. Может, что-то интересное там будет написано. Не факт, конечно, что что-то прям суперинтересное. Но... И не факт, что ее, блядь, можно прочитать. Ну, пошло ты в жопу все. Просто зря теряю время. Просто зря теряю время. Чего, кого? Предохранитель взял. И вставил. Включаем свет. А, да ради бога. А где он включается? А где свет включается? Лампочки взять нельзя. Вот это квест. Вот это, блять, квест. Где лампочки? Пожалуйста. Пожалуйста. Это... Уважайте труд уборщиц. Да мне, блядь, я сейчас не за этим сюда пришел. Не для того, чтобы труд их уважать. Мне нужно свет включить. Во-первых, лампочек нет. Какой нахер свет включить? Ёбу дал. А как... Как должно что-то выглядеть? Это розетка просто. Куда мне нажимать? Опа! Вот это я забрался на кровать. Ничего себе. Тут я вижу, радио есть. Но оно не нажимается. Я путаю все кнопки. Ты посмотри, что происходит. Что мне надо сделать? Это огнетушитель. Это вообще не то. Тут я свет не вижу. Ну вот, блядь, выключатель. А, счетчик. Ебануться. Радио заиграло. Радио заиграло, это кайф. Выключи, пожалуйста, его. Мне нравится, как играет радио, но сейчас мне оно не нужно, ваше радио. Ох, надеюсь, все нормально записывается. Меня вот это... Немножко раздражает, что приходится все потом совмещать. Нужно лечь спать, скоро стемнеет. Давай, ложись.
пройдем еще ночь и... блять, спать. Пройдем еще одну ночь, видимо, так это будет работать, и закончим тогда эту серию на этой ночи. Ночь номер два. Сука, он опять поднял на максималку, смотри. Опять все настраивать придется. И запись будет сбиваться из-за этого. Сейчас все должно быть нормально. Давай, прекращай. Прекращай. Ага. Так, что, выключатель? Лампочка. А, я... Просто лампочка, окей. А, это ты себя снимаешь, как ты спишь. Окей, куда пойдем? Сюда? Тут все тихо. Тут все спокойно. А нахер ты встал ночью? Ты кого-то услышал опять? А, радио играет. Ну, я не могу. Опа, стучат. Ага. Открыло. Все, бегу, блядь. Радио выключу. Сейчас. Тихо, не подходи ко мне. Я выключаю радио. А там свет есть. Что за... Ох ты, бляха! Ничего себе, прикольно. Ой, тетя! Что происходит, блядь? Все, спать, ложимся спать, ложимся спать. Хватит на сегодня. На сегодня приколов хватит. А то смотри, я скримак за скримаком ловлю. Это что такое? Это вообще законно? Кто это? Где? Это где? Кто? Это что? Это кого? Кто меня зовет? Это куда мне смотреть? Сюда? Нет, я никого не вижу. Котелок. Нет, не котелок. Кто-то дышит. Дышит вот здесь. Я слышу, кто-то дышит. Но я никого не вижу. Это ты, Ленин? Язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского велик и могуч. Народ, у которого такой язык, народ великий, горький. Горький Ленин. Отдаляйся. Тут, кстати, очень неудобно, что... А тушка где? Тушку сперли. Прикинь. Раньше этой шкатулки здесь не было. Заперто. Было бы интересно узнать, что внутри. Да давай узнаем. Вот тут часы лежали. Но мы их не возьмем. А как нам открыть шкатулку? Скажите, пожалуйста. Это что там? Что происходит, блядь? В коробке были запасные лампочки. А, эта лампочка лопнула. Ну я тут, видишь, я прохаванный. Я хожу с этим. С ночным видением. Но, видимо, нельзя, да? Видимо, это читерство. Давай вставим сейчас. Как прыгнуть? Как вставить лампочку? Или нам куда ее вставлять-то? А, сюда? Ля, просто внутрь воткнул. А мы можем везде так сделать? Что-то течет, водичка течет где-то. Блять, тут теперь закрыто. Что за прикол? Куда нам теперь идти? Шкатулку мы же не откроем, мы просто... Но она также закрыта. Фига он по ней стучит. Ты ее даже и открыть не пытаешься, ты по ней просто стучишь. Как дурачок сверху. Кулаком. Так дела не делаются, друг. А! Так. Вот, водичка капает сюда, да? Или куда? А, это кран открытый. Теперь закрытый. О! Что такое? Это не я смотрю. Что это за шкатулка? Тоже интересно. Кто их расставляет? Красивая. Ой. Прикол. Прикол, прикол. Я смотрю, кто-то капает. Кто-то капал. Это было... Заяц. Я видел зайца. Ох, ни хрена себе заяц пробежал. Прикольно. Нет, тут, конечно, интересно. Конечно, мне здесь вот эти вот моменты... О, глянь, какой маленький! А ну иди сюда! А ну иди сюда! Прикол, хочу такого зайца! Хочу зайца такого! Да кто там? Это ты так дышишь? Признавайся. Блять, точно она дышит. Отвечаю, где-то здесь, кстати, звук исходит. Отсюда.
Заперто. Ну оно и будет заперто. Мы же не придумали, чем открыть. Нас только пугают зайцы мелкие. Блять, прикинь, заяц какой классный. Такой маленький. О, красивая фотография, которая крутится, кстати. До этого ничего не крутилось. Может, это у меня с управлением беда была? Я уже ничему не удивлюсь. Понимаешь, мне самое главное, чтобы видео хорошо записалось. А остальное это ерунда. Ой, здравствуйте. Но они странно здесь пропадать начинают. Просто со скримером дергаться начинают. Ну слушай, две ночи, в принципе, мы выживаем, да? Сколько здесь будет ночей? 5 ночей с... как его забали-то? С Яковом. 5 ночей с Яковом. Это знаменитая русская локализация. О, открылось, я слышал. А, это наоборот закрылись. Ебаться, что происходит? Что разломалось? Стул разломался. Какая-то пыль летает. Чем мне можно открыть шкатулку? Я так понимаю, что... Ну, считай, что я почти испугался. Я просто ничего не понял. Это, я думал, ёж. С помощью этого ключа я могу открыть шкатулку. Вот это, я думал, ёжик подошел ко мне. Ага, все, бежим открывать шкатулку. Ну, тут прям скримак на скримаке. Прикольно. Но было бы забавно, если бы я их вообще прям молниеносно все ловил. Открывай. Что там? Что там интересного? Дорогой дневник, сегодня ежегодный день открытия моего лагеря. Я готовилась к этому 3 года. Для того, чтобы это лето было для меня особенным, за эти дни я воспитаю в них настоящих людей, но и они мне очень помогут. Я, кстати, не могу переключить. А, это все, да? Ночь 58-го. А, тут прямо аж туда будем двигаться. Прям пионерские лагеря? Прям настолько? Настоящий убийца, вы прочитали историю директора. На этой ноте мы завершим прохождение. Надеюсь, ты не заметишь диких склеек, которые будут в этой серии по-любому, потому что игра мне выдавала вообще какие-то приколдесы с постоянным повышением графона, что очень плохо сказывается и на записи, и вообще на всем подряд. И мне придется мучиться. Надеюсь, ты не заметишь склеек, и все будет приятно глазу. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий. Напиши, как тебе вообще игра, понравилось ли прохождение. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего доброго.